Это невероятно простой, вкусный и быстрый салат, который подходит как на праздничный стол, так и на каждый день. Рекомендую заглянуть и прочитать, как приготовить финский салат рассоли у себя дома. Этот финский салат рассоли безумно вкусный и очень похож на нашу селедку под шубой, только готовится не слоями. Любимые нами овощи и селедка режутся кубиками и заправляются майонезом. Мне такой вариант салата очень нравится своей простотой приготовления. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте все ингредиенты для приготовления салата. Свеклу, картофель, яйца и морковь отварите до готовности. Все варится по отдельности, потому что время приготовления разное. Лук мелко порежьте, залейте холодной водой. Нарежьте яйца мелкими кубиками. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Морковь тоже порежьте мелким кубиком и отправьте в небольшую емкость. Картофель нарежьте кубиком и ссыпайте следом за морковью. Свеклу также нарежьте кубиком. Огурец измельчите и вместе со свеклой отправьте к остальным овощам. К нарезанным овощам добавьте также нарезанную кубиком сельдь. Яблоко добавьте в последнюю очередь. Заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте все ингредиенты. Подавайте салат, оформленный в кулинарном кольце. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Свекла – 1 штука, картофель – 3 штуки, яйца куриные – 3 штуки, морковь – 1 штука, лук – 1 штука, красный, огурцы – 100 грамм, соленые, сельдь – 250 грамм, соленые, майонез – 100 грамм, яблоко – 1 штука, количество порций – 4. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Заходите снова.